Полиция Барнаула обращается за помощью гражданам. Стражи порядка разыскивают несовершеннолетнюю и женщину, сопровождающую ее. Девочку подозревают в совершении двух краж. Первая произошла в сентябре, вторая в ноябре. Юная подозреваемая знакомится с такими же детьми под предлогом того, что ей нужно напоить хомяка, заходит в квартиры потерпевших. После таких визитов пропадают деньги и драгоценности.